Здравствуйте, на библейский портал XGet поступил вопрос, ну, на который, возможно, и некоторые батюшки не захотят отвечать, а не какая-то тема там скользкая, но поскольку проблемы в условиях развития интернета, его доступности, доступности, в том числе увы и даже для детей, только нарастают, то надо с ним разобраться. Вопрос, является ли супружеской изменой просмотра порнофильмов. Грех, в принципе, он не есть или его нет, а он может в разной степени овладеть сердцем человека. Для нас, в принципе, хороший пример евангельский это апостол Иуда, апостол Петр. Люди, сраженные одной гордостью. Апостол Петр, Господь его хвалил, что вот он такой решительный. Апостол Иуда, Господь доверял собирать пожертвования. То есть вот он заботился, всех кормил, по сути, поил. То есть вот гордость. И оба из них стали предателями, оба из них отреклись. Иуда там по-тихому отрекся, а апостол Петр и за деньги, ну, по своим склонностям. А апостол Петр открос, отрекся публично, и, как он умеет вот прям э, с таким опломбом. И как они, тем не менее, в этом грехе удаляясь, удаляясь от Христа, в какой-то момент остановились. Поэтому это точно так же. Любой грех, э, он тоже проявляется по-разному. Он сначала может овладеть нашей душой но мы в душе тоже может, он появился, и мы его сразу извергли себе, как чужеродное тело. А можем, наоборот, ходить этим грехом, даже его не совершая, внутри души получать от этого греховного удовольствия. Это не только имеется в виду какие-то сексуальные отношения и какой-то там мечты в этом плане. Нет, это может быть и наоборот, какой-нибудь человек захочет отомстить. Нет, он ничего не делает но тем не менее в сердце он там представляет, ой, какую бы он гадость сделал, как бы он вот отомстил, как бы он кого-нибудь там побил, как бы еще что-то делать. Уже это душой овладел. И, и слава тебе, Господи, может, человек не имеет возможности, но получив возможность, если человек душу свою постоянно тренировал в душе на грех, то он уже, правда, вот эту гадость, эту подлость, вот эту месть совершит. Да? даже с чувством, что это он справедливость восстанавливает. Точно так же и в данной ситуации. Господь говорит в Евангелии от Матфея в пятой главе, что каждый человек, который посмотрел на женщину с вожделением, прелюбодействовал с ней в сердце своем. Конечно, это не значит, что если мы на кого-то взглянули с вожделением, это уже прелюбодействие, и сатана шепчет. Ну вот это же уже прелюбодействие. Иди, ну измени телесно уже, ну как бы чего терять, все равно, что уже замазался грехом. Нет, надо сказать, сатана. От иди от меня, сатана. Как Господь говорил, держись где-нибудь там сзади, погнятно, пока в рай не попал, всегда ты меня будешь сопровождать. Главное вовремя остановиться. Главное, вот тоже там взгляд упал у нас, мы отвели. Это речь, причем не о порнографии, это речь просто, мы увидели красоту какую-то рядом с собой, которую создал Господь, чтобы радовать наше сердце и приближать к Царству Небесному. А сатана, как всегда, со своей ложкой дегтя пришел и в эту бочку меда наполнил, чтобы мы это испортили, и чтобы мы вместо того, чтобы свою душу восхитились, чтобы Господь послал какую-то красоту вокруг нас, идешь по улице, и Господь, вот, ну правда, проблемы, какие-то обстояния житейские, а тут ну просто поглядел, какие красивые, приятные люди ходят вокруг, и сердце возрадовалось. Стана пришел, и говорит, вот, давай, вожделей, давай, гадость это в сердце засовывай. А в ситуации с порнофильмами тут концентрация просто другая что тут уже, по сути, мед весь вычерпан, а остается один вот этот деготь, который предлагается съесть человеку. Поэтому, конечно, является просмотр порнофильмов тоже прелюбодеянием, является изменой. Но это тоже не значит, тут точно так же не для слушать ту же самую подсказку сатаны, о которой мы говорили выше. Но «Ну, раз это прелюбодеяние, значит, иди уж и так измени. Батюшка сказал, что разницы никакой нет. Нет, разница есть. Есть существенная. Каждый раз, когда ты готов остановиться и повернуться к Христу, повернуться от греха к истинной любви и добродетели, как бы ты далеко от Бога не был, в любой момент, когда ты остановишься, это будет твое преимущество на пути спасения. Потому что надо помнить, спасение души – это не торговля между добрыми и злыми делами, это путь, когда ты идешь либо к Богу, либо от Бога. И если ты в каком-то грехе глубже увязаешь, то тем тяжелее тебе встать и подняться. Если ты взял и свалился в пропасть на самую глубину, это не только что тебе надо потом из этого ущелья выбираться много дней, хотя ты пролетел буквально за пять минут. Это ты еще и ноги переломаешь, и руки, и непонятно, когда ты сможешь встать и пойти. Точно и так же, когда да, там, ты столкнулся с порнографией, и это твою душу уже Чуть-чуть покалечило, но ты, тем не менее, очнулся и ушел от этого. Все, вернулся к любви, выбросил эту гадость, поисповедовался, покаялся, все хорошо. А если все-таки произойдет настоящая уже физическая измена, то это уже душа будет покалечена и выбраться будет значительно тяжелее. Поэтому лучше всегда не стоять близко к открытому окну, не свешиваться перилами на какой-то смотровой площадке в горах, ну просто чтобы не упасть, чтобы не свалиться. И уж тем более лучше, не хватаясь за веревку, там одной рукой не прыгать в пропасть, потому что без страховки, скорее всего, рука разожмется или рано или поздно. Пролетишь один, второй, третий раз, а потом потихонечку тоже, вот как и в ситуации с местью. В ситуации с местью человек мстит в сердце, но пока возможности нет, не мстит. И точно так же человек, он вроде, да нет, я люблю свою жену, я никогда не изменю. И порнография душу отравляет, 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 а потом будет какая-то ситуация. На фоне там пьянства, на фоне какого-то расположения противоположного пола. И дойдет уже до страшного греха. Поэтому лучше остановиться как можно раньше.